Здравствуйте, это новости Химок на телеканале 360. В студии Ника Николаева и в начале о главных темах выпуска. Если собакам здесь не рады. Нарушать больше вариантов не остается, все равно как бы собака требует прогулок. Химчане столкнулись с нехваткой специализированных площадок для выгула четвероногих. Как эту проблему собираются решать власти города? Сразу несколько знаков, запрещающих выгул собак, появилось в последнее время в Химках. При этом официальных зон для этого в городе практически нет. Владельцы четвероногих заявляют, их питомцам тоже нужно пространство, чтобы никому не мешать и было где их дрессировать. Но пока на весь округ лишь несколько площадок для выгула. Как эту проблему решают сами владельцы и какую альтернативу предлагают местные власти, разбирался наш корреспондент. Эта стоянка перед домом – единственное место, где может отрабатывать свои навыки бегаль по кличке Эллисон. В семье Молчановых она появилась меньше года назад. И все это время хозяева думают, где гулять питомцу. Во дворе дома запрещено, в ближайшем сквере тоже. Единственная официальная площадка для выгула собак – в нескольких километрах. Вот и приходится. Нарушать больше вариантов не остается. Все равно как бы собака требует прогулок, да, то есть если знаки висят везде – приходится ходить мимо. Понятно, что я не спускаю собаку с поводка, но это как бы не есть хорошо. Собаке тоже нужно где бегать, ходить без поводка. За асфальтированный квадрат Максим Молчанов и предлагал оборудовать под официальную площадку для выгула собак. Но не успел. Четырехколесных друзей человека в этом доме оказалось больше, чем четвероногих. По планам здесь будет парковка. Максиму и Эллисон беспрепятственно предлагают гулять на четырех площадках. В сквере Марии Рубцовой, в парке Дубки, Льва Толстого и рядом с Барашкинским прудом. Но уже в 2016 году местные власти обещают, место для выгула собак станет больше. В рамках благоустройства города в программу 2016 года подыскиваем участки, такие же для выгула собак, но площадки имеют довольно-таки большие размеры, плюс надо соблюсти все санитарные нормы и удаление от жилых домов, и в то же время приближение к жилым домам, чтобы ну, люди действительно могли ими пользоваться, а не гуляли с животными в парках, во дворе, где это не приветствуется. Эллисон – собака дисциплинированная, следов после прогулки не оставляет. Только так ведут себя не все владельцы собак. От того к ним и их питомцам и предвзятые отношения, объясняет Максим. Полгода назад, когда мы решили завести собаку, то есть мы все-таки решили убирать за собой, то есть все ее как бы носим в специальные пакетики, поэтому как бы ко мне в принципе претензий нет. В ожидании удобных и официальных площадок Эллисон изучает местные окрестности и помогает коммунальщикам расчищать территорию в надежде, что, может быть, здесь не повесят запрещающий знак. Ирина Шайдулина, Усина Байтян, новости Химок.